Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в Инстаграме, что тайно вышла замуж. Она сильно сомневалась в том, придавать ли эту новость огласке. Союз был заключен еще в сентябре 2021 года. День свадьбы удалось назначить только на вторую годовщину знакомства певицы с избранником. Орлова отметила, что мероприятие прошло без пафоса и большого стечения гостей. Тихо, скромно, вдвоем. Она порадовалась новому повороту судьбы и заявила, что после 40 лет жизнь только начинается. В комментариях ее поздравила Ксения Бородина и другие знаменитости. Как передает «Комсомольская правда», год назад выяснилось, что спутника Ольги зовут Валерий. Он старше Орловой на 10 лет и является бизнесменом. Напомним, Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. В 2004 году певица развелась с отцом своего ребенка. Нынешний муж артистки смог выстроить гармоничные отношения со взрослым сыном Ольги и стать для него другом. Они с удовольствием вместе летают отдыхать. Певица очень этому рада.